15 минут назад. Сейчас они ее ту прошла, ее отрезали. Сейчас вот это следующее подходит, это ее следующее. Далеко за нас. Они дело в том, что туда когда там все горело. Да, да. А они же там третий день. А мои сырюкинские тоже родственники. Я им позвонил, они говорят, у нас все хорошо. Говорят, это горит, горят плавно в самом городе.